Развитие горнолыжного туризма на Кубани Александр Ткачев обсудил на встрече с молодыми активистами во время форума «Юго-Восточная Европа». Сегодня для того, чтобы превратить Краснодарский край из традиционно летнего курорта в популярный круглогодичный, у региона есть все возможности, считает губернатор. Хороший старт для этого был дан после реализации олимпийского проекта. Мы, так сказать, в стране не имели горнолыжный курорт. Мы, в общем-то, все уезжали туда и там оставляли свои деньги. Это было нормой. И ничего в собственной стране не создавали. Хотя по количеству гор, по количеству снега, но я думаю, что нет другой страны, где это все присутствует, это все есть. Но, с другой стороны, что не было инфраструктуры. Олимпийский проект, конечно, во многом создал такие предпосылки. Мы имеем уже горно-климатический кластер в Сочи, на Красной Поляне. Уже с там, 30 декабря нет ни одного свободного номера, а их там больше 10 тысяч. И, конечно, для нас с вами это наш экономический базис. То есть мы создали новую отрасль, по большому счету. А значит, миллион туристов приводит не только будут приезжать к нам летом, там больше 10 миллионов, то как минимум миллион уже приедет зимой. А значит, мы будем с вами зарабатывать, будут зарабатывать наши предприниматели, бизнес. И, естественно, это все вернется в казну, в бюджеты всех уровней. И, понятно, от этого выиграем все. Всего в этом году на Кубани отдохнули более 13 миллионов туристов. По мнению главы региона, эту цифру возможно увеличить вдвое, если в каждом городе-курорте повысить качество сервисных услуг, использовав опыт Олимпийского Сочи.